В Добруше из горящей квартиры спасен мужчина. Возгорание произошло накануне вечером на улице Лесная. По прибытию спасателей с 4-го этажа общежития шел густой дым. В одном из блоков на горящей кровати был обнаружен мужчина без сознания. Известно, что 51-летний пострадавший снимал комнату с женой, которая в момент ЧП была на работе. Известно, что эвакуация соседей не потребовалась. Вероятная причина возгорания – непотушенная сигарета.